Христос воскресе. Я Норрис Чарси из университета Нью-Йорка, университета Колумбии в Соединенных Штатах Америки. Меня интересует материал, связанный с модерацией, связанный с контентом. Кто бы вы хотели, чтобы ответил на этот вопрос? Не могли, извините меня, вы не могли бы повторить ваш вопрос? Я начну с нашего опыта. Мы имеем форум, в котором участвуют сейчас 12 тысяч человек, комментируются все статьи, и идея заключается в следующем. Модерация не осуществляется в отношении зарегистрированных пользователей. В отношении незарегистрированных, конечно, осуществляется. И мы имели различный опыт на нашем русском сайте и на нашем английском сайте. На английском сайте пользователи гораздо более вежливы. То есть на русском языке, например, встречаются такие комменты, что вы пишете чушь, а на английском языке такого не происходит. Но мы убираем любую неконструктивную критику, проявление ненависти. Конструктивная критика всегда приветствуется, но в некоторых случаях мы пытаемся осуществлять модерацию и процесс коммуникации с комментаторами. Вопрос задается не в микрофон. Если у вас редакционная комиссия, у нас есть пара священников, которые сотрудничают с нами, и довольно большая рабочая группа. Мы обсуждаем все эти вопросы вместе, но важно то, что у нас не очень много времени на такого рода дискуссии, поскольку если мы начинаем дискуссии, то они продолжаются несколько часов и ни к чему не приводят. У нас есть некоторые фундаментальные принципы, которых мы придерживаемся. Вот таким образом мы пытаемся работать. Очень, пожалуйста, очень короткий вопрос, поскольку мы и так задержались. Я несу. Не совсем понятно, почему вы говорите, что за последние 150 лет у нас не было ни одного святого, который был бы женат, потому что в русской церкви много таких святых. Можно напомнить о праведном Алексее Мечеве в Москве, который сам был святым и отцом святого человека. Или о праведном Иоанне Атаманском в Одессе, у которого было 9 детей. Я уже не говорю о десятках новомучеников российских. Я год назад имел счастье общаться с дочерью такого человека, который был женат и был святым мучеником. Поэтому ваше утверждение кажется мне несколько странным, простите. Thank you. Я согласен. Я сказал, что мы не имеем, мы не имеем женатых святых, которые не были бы мучениками. Вы в России и в других коммунистических странах, в других странах христианского Востока, у вас имеется бесчисленное число мучеников. Не ставится вопрос о том,
что святость не присутствует в жизни женатых священников. Речь идет о том, каково место святости в жизни женатых священников. Монахи многое дают жизни женатых, но что они дают? Они не носят брюки. Извините, спасибо большое, но я сожалею, но у нас больше нет времени.